Что из себя представляет волонтерская программа и какими качествами должен обладать доброволец, чтобы попасть на чемпионат Европы по футболу в следующем году, сочинским волонтерам рассказали их коллеги, специалисты из Центра подготовки городских волонтеров города-организатора предстоящего Евро Санкт-Петербурга. Они посещают города, где в 2018-м проходил чемпионат мира по футболу. Волонтерскую программу уже презентовали в Москве, Ростове, теперь в Сочи. Далее в маршруте Волгоград, Казань и Нижний Новгород. Отбор у нас начинается с февраля месяца следующего года. Заявки уже подаются сейчас, мы их активно рассматриваем. И будем рассматривать волонтеров по разным критериям. Это и самое важное, наверное, это знание иностранного языка, потому что все-таки Евро – это чемпионат Европы. Также мы будем рассматривать их по каким-то человеческим качествам. Это дружелюбие. Ну, самое главное, волонтер должен быть самым веселым, активным и проявлять очень много положительных эмоций. Волонтерская база в нашей стране очень большая. В каждом городе есть опытные добровольцы, участвовавшие не только в Мундиале, но и в других крупных мероприятиях. В Сочи таких сотни. Однако, по словам организаторов, опыт – это хорошо, но не главное. На Евро отправятся лучшие из лучших, всего более 1500 волонтеров. Те ребята, которые подают обычно заявку, допустим, на Евро-2020, да, соответственно, они уже имеют опыт волонтерской деятельности. Поэтому в связи с этим у них большой вариант и большой шанс того, что они попадут действительно в состав волонтерской команды. Заявок не так много пока на данный момент. Сейчас у них решается вопрос о предоставлении дополнительных либо скидок, либо льготного размещения. Да? То есть это как бы принципиальный вопрос для многих волонтеров. Поэтому как только у них вообще решится с этим вопрос, я думаю, что количество заявок возрастет. Юбилейный чемпионат пройдет в 12 городах Европы. На турнире добровольцы будут задействованы в проектах, связанных с аккредитацией, церемониями, транспортом, работой со СМИ, билетами, проведением матчей и обеспечением сервиса для зрителей. Подать заявку можно на сайте ruuefa.com или на электронную почту spb.volunteer@евро2020.com. Кто попадет на Евро-2020, станет известно в апреле. Татьяна Говоркова, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.